отпуске на материке. Вообще балдёж, жара. Еду на рыбалку. Ну, немножко, конечно, поздновато. Ну, ничего, пару часиков посидим. Сделать надо открытие жидкой воды. Вот такая вот красотень на улице. У нас на севере еще не скоро такое. Сделать открытие жидкой воды на фидер. Думаю, что-нибудь поймаю. Кому интересно, оставайтесь. Третье сезона состоялось. Если кто не знает, что такое пучка газ, вообще покажу. Вот такая штучка. Резиночку одеваешь. Берешь матрюк. Крючочек. За резиночку. И в матрюк. Вот. Такой фидерок. Кто хочет приобрести пучковяз, ссылка будет в описании. Стандарт. Бывает покрупнее. Каша черная. Черная каша.
для карася. Ну, там еще опарыш, с опарышем немножко. И трактантом мотыля попшикна. Так, ну что, вот мой сегодняшний улов. Окушок один попался. Я бы его отпустил, но он заглотил вместе с кишками. Пришлось вырывать бы. Так что как-то так. Клевало только на мотыля. И очень аккуратно. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.